Друзья, всем привет! Снял для вас вторую часть моей новой рубрики «Притворился новичком в волейболе». На этот раз я приехал на просмотр в волейбольный клуб «Текстильщик» город Иваново, который в этом году примет участие в первой лиге чемпионата России. Я учел все ваши замечания после первой части, проработал образ, добавил больше разговоров, ну и, конечно, повысился уровень игроков. Друзья, данное видео несет только развлекательную составляющую. Для всех тех, кто любит волейбол и желает развиваться в этом виде спорта, прошу обратить внимание на мои ролики обучения волейболу, а также физической подготовки. По всем вопросам индивидуального ведения, составления тренировочных планов и личных консультаций, пишите мне в личные сообщения ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании. Всем добрый день. На просмотр приехал у нас Александр. Сегодня будет с нами, так что прошу приветствовать. Саш, давай в строй, вставай. Угу. Удачи, прием сегодня. Двустороночка взаимодействует. Стали, приняли плане. Второй сразу на карту. Остановились. Окей? Окей, заработал. Довести? Я. Сейчас получится. Я. Заводите мяч. Желательно плюс плюс делать. Да, потом страхуете двоих нападающих. А вот только пай пусть сделает. Ничего страшного. Я. У! Чуть только от сетки. Ага. Ну, блядь, не остался. Давай пока на подачу пойдем. На подачу? У меня вроде получается. Чуть-чуть повыше. Не успеваю. Пошире? Пошире, вау. Она залетела. Он плохо паснул. Я. Твой, наверное, стык был. Я правильно сделал? Чуть поближе к сетке, метр на 4. Вот это удар. Я. В чем дело? А? Нормально. Я тебя сейчас сожру. Дай ему передачу. Сейчас я тебя быстренько. Еще готов? Разок. А? Ой, что там оставил-то мне? Супер. Дай ему, пусть это боится. В чем там дело? А? Иду. Сзади. Опа! Бежать.
Я! Я! Сзади. Просто там не я на блоке. Я б тебя сожрал, просто не я там на блоке. Имей в виду. Саша! Опа, я пошел! Сзади! Ой-ой-ой! Просто Жильберто Амаури. Хорош, попал. Леша, близковато, мне кажется, выходишь, да. Можно я, тренер? Я пойду на подачу. А и сюда, да, вернуться в доигровку сразу? Ой, я готов. Так, так, так. Пойдет, пойдет. Оп, бежать, бежать, бежать. Ничего, ничего, все получится. Попозже. Они готовы к моему гибриду, как думаешь? Погнали. Могу? Оп! Ха-ха-яй-яй! Еще, еще! Ты башкой его зачехлил. Ты это видел? Да. Скажи ему, иди сюда. Так, и пошел полнирок. Ай-яй-яй-яй-яй. Ничего себе! Что он делает, а? Как насчет Липецкой? Липецкая? Изучал ее. Еще раз? Повтор? Да, конечно. Так, говори, какую подать. Сильно? Угу, понял. Бля, ты не лети, ты поставь и все, ровно, ровно. Тренер злой очень, орет как, а? Тренер зверь, да, правда. Хорошо, что мне кроссовки свои отдал. Да, из-за кроссовок? Он и думает, что я ему их не верну, наверное. А я не верну. Что там делал-то? Опа! Быстро! Опа, здесь! Опа! Александр, мы с вами подписываем контракт.
Да? 1 миллион евро. Ууу, супер! И волжанин!